Итак, финал Кубка Западной Лиги закончился. Мегатян одержал победу над Аслан Гатагу со счетом 3-0. Ну и рядом со мной главный тренер, как раз-таки Аслан Гатагу. Ну что ж, Аслан был, на самом деле, это достаточно очень тяжелый путь в Кубке Западной Лиги, да. Ну и вот как в первую очередь его оценишь? Все-таки это даже первый неполноценный сезон для Аслана Гатагу, потому что вы начали, да, где-то с осени, да, с зимы только, ну, наконец-то собрали полностью свой коллектив. Ну, задачи, конечно, решили определенные на сезон, но цель не выполнена. Цель была или стыки в первом сезоне, или кубок. Акцент поставили на кубок в концовке, потому что уже стыки теоретически уже не получалось у нас завоевать. Ну, и я считаю, то, что ребята выполнили практически все задачи, кроме главной сегодня. Но это футбол, есть команды, которые побеждают и которые проигрывают, это нормально. Мегатитану хочется сказать то, что, ну, видно, что подбор игроков слажено, все. Показали сегодня, хороший пример для нас был в плане игры, что есть у соперника что перенять, что вышка – это другой уровень, безусловно, другой уровень. И для нас, так сказать, можно сказать, была репетиция в Кубке. 5 команд – это Техносила, дальше Веер, потом в КСП. Ну, это главное, наверное, да? Такая сенсация. Вот какие эмоции были именно после победы над ФКСП? Вот ожидали ли вот такого исхода? Ну, как сказать, ни один исход не можешь ожидать, это футбол. Готовились, разбирали, теории проводили, ну, полностью разобрали соперника. И, конечно же, так скажем, рулетка решила этот исход. Пенальти были, и мы подошли более сконцентрированно, нежели в КСП. Но в КСП я хочу сказать, что и Мегатитан — это реальные две команды, которые, наверное, лучшие в ЛФЛ вообще, я считаю. Потому что не только в Западе, но в ЛФЛ. Мегатитан, я поздравляю, то, что они, я как слышал, 3 года подряд не могли финал выиграть. Вообще, да-да-да, Лига Чемпионов. Я за ними следил, в Лиге Чемпионов, они вели вроде там, потом упустили. Так что там большие люди играют, такие как Пименов, Эрик Корчагин. Спасибо, что учат наших ребят перестраиваться из большого футбола в футбол ЛФЛ. Так что будем стараться и дальше радовать. Вот, будем садиться, разговаривать и решать, что по будущему по поводу ЛФЛ. Хочется, конечно, выше пойти, но это уже круглый стол решит. Так что спасибо всем, спасибо организации, спасибо всей делегации судейской, то, что сегодня был настоящий финал, настоящие эмоции, и победил сильнейший. Так что не бывает, отскочил, нет, что-то, это футбол, здесь выигрывает тот, кто достоин. Так что на сегодняшний день Мегатитан был достоин, они выиграли Кубок Запада. Я их, кстати, поздравляю, спасибо всем, так что... А я поздравляю Аслан Гатагу в первую очередь, потому что это первый коллектив, который не из премьер-лиги дошел до финала Кубка Запада. Это очень достойно, тем более для, еще раз повторюсь, вот этого первого, даже, наверное, половинки просто сезона. С Асланом это очень здорово. Спасибо, спасибо за такой приятный отзыв о нас. Так что я еще раз повторюсь, будем стараться и дальше прогрессировать, и дальше вносить какой-то, я думаю, что-то какую-то вот более новую игру, потому что у нас концепт игры чуть другой, у нас много легионеров, ребят, и мы как-то мешаем их со своими. Так что будем стараться. Спасибо всем, спасибо лиге. Ну, мы ждем тогда Аслан Гатагов в следующем летом с переходом в высший дивизион, наверное. Дай бог, все, спасибо. Все, спасибо, да. Спасибо, Аслан Гатагов.